Приветствую всех, вы снова на канале FrontBet. И у нас, ребятки, чемпионат Белоруссии. Неман принимает Торпедо БелАЗ. 21 мая матчик у нас получается. Вот. И прежде чем мы его заиграем, поставьте все лайк. Каждый, кто ставит, спасибо вам огромное, ребятки, вы поддерживаете меня. Те, кто не ставит, не пойму, почему так сложно, ленится нажать лайк. Ведь я для вас работаю, выдаю бесплатные прогнозики, ребятки. Вот. Ну, хочу всем напомнить про спонсора нашего выпуска. Это наши друзья, партнеры, которые при регистрации на первый депозит каждому новому игроку дарят до 10 400 рублей на счет на первый депозит. Пополняйте, регистрируйтесь, ссылочка в описании под этим видео. Переходите первой строкой в Twitter наш, промокод там видите, ссылочку нажимаете, регистрируйтесь. Все очень удобно, просто по номеру телефона можете зарегистрироваться, либо по соцсети, какой вам угодно. Ну, то есть, очень удобная линия, кстати, очень широкая линия, очень высокие коэффициенты. Ну, все самое лучшее там. Я свой выбор сделал, дело за вами. Значит, смотрите, ребятки, всем также посоветую подписаться на наш телеграм-канал, на наш второй YouTube-канал FB Super. По ссылочке в описании под этим видео прогнозики на чемпионат Белоруссии на резерв. Два матча будут там, именно там. Переходите, подписывайтесь, зарабатывайте с нами вместе. Ну что, приступим к матчику, к нашему, да? Неман Торпедо БелАЗ. Значит, что у нас там? По турнирной таблице, конечно, Торпедо поблотнее идет, посильнее, чем Неман. Неман на 14 строчке у нас, Торпедо на 2 строчке. Дышит в спину Батэ. 18 очков, по-моему, у Батэ 19. Вот. Да, у Торпедо оборона мощная. Мощная оборона, ее сложно пробить. Но это не тот момент, я считаю, не та встреча, где Торпедо закроется и будет сидеть, поставит автобус возле своих ворот и никого не подпустит туда. Нет, это не тот случай, ребята. Почему? Да потому что у Торпедо все хорошо, в принципе. А Неману пора выбираться из этой ямы, где они сейчас находятся, 14 место. Пора им подниматься, взлетать, и они пойдут вперед, будут рисковать, будут атаковать. Из этого получатся голы, я вижу здесь, и будет контратака, и ответные голы будут. Поэтому завышенный коэффициент, странно, конечно. Букмекеры как-то завысили сильно, но я здесь хочу рассмотреть голы, ребята. Все-таки голы с подстраховочкой. Тотал 1.5 больше в матче за коэффициент 1.56. И тотал больше 2 за коэффициент 1.89. Согласны со мной, поставили лайк. Не согласны, напишите в комментарии, почему. Почему не согласны. Ну и, кстати, что, давайте проведем конкурс здесь, как всегда. Сколько у нас, 700 или 800 рублей там было? Последний наш этот бюджет, так сказать, игровой. Давайте разыграем здесь 900 рублей, добавим еще соточку. Условия те же, все, кто участвовал, наверное, помнят это. Нужно угадать, первое условие, нужно угадать минуту первого гола в матче и результат второго тайма. П1, ничья, либо П2 во втором тайме. Вот, это все, если совпадает, я отправляю тем, кто также подписан на наши оба канала в YouTube, и поставить лайк под последним видео. Просто-напросто все. Участвуйте, ребятки, зарабатывайте. Оставайтесь в FrontBet. Не забывайте смотреть прогнозики в канале FB Super.